Здравствуйте, уважаемые студенты 198 группы! Сегодня, 23 апреля, в 14:00 начинается экзамен по истории Казахстана. Здесь распределены билеты. Ответив на все три вопроса, вы должны отправить в Платонус. Экзамен заканчивается в 15:30. Желаю всем удачи! Я студент 198 группы Жумбасова Альбина, и мне попался билет под номером 9. Первый вопрос – это государство Усуни. Усуни – это тюркское племя. Согласно свидетельству Яни Шигу, Усуни отличались от других обитателей западного края тем, что у них голубые глаза, рыжие волосы, и они сами были среднего роста. Глава общества Усуни носил титул Гуньмо, Великий Гуньмо, а его родичи именовались как Долу. Столица Усуни Чугучен предположительно находилась на берегу Иссык-Куля. Государство Усуни делилось на три части – восточную, западную и центральную. Также они держали дипломатическое и родственные связи с Китаем. В первом веке до нашей эры их численность достигла 630 тысяч, то есть 120 тысяч юрт. В 170-х годах Гуньмо уходит с трона, и за место него встает Маде, который разбил Усуни и присоединил их к восточному государству Туркестана. Так, после этого во втором веке нашей эры усуньские владения окончательно обособились от Китая. В начале пятого века Житусу попадает под власть Сяньби, где именно и обитали в то время усуни. Постоянные нападения жужан не дали спокойно жить усуням, после чего они переезжают из равнинной части Житысу на Тяньшанские горы. В 425 году Усуни направили в Китай посольство, а в 436 году принимает ответное посольство империи Вэй. После этого они снова отправляют ежегодно свои посольства с дарами в Китай. В начале V века имя Усуни окончательно исчезает из страниц истории, но Усунь по сей день сохранился. К примеру, один из родов старшего жуза казахов имеет название Усунь. Второй вопрос – это общественно-политическая жизнь в Казахстане 1920-30-х годов. 1920 года Владимир Ильич Ленин с Калининым подписали декрет ВЦИК и СНК об образовании новой автономно-киргизско-казахской социалистической советской республики. Это было началом восстановления казахского государства. Действительно, в первые годы было уделено много помощи, открывались новые школы, вузы, были очерчены границы, также объявлена новая столица. Но, как показали дальнейшие события, все это, в том числе и объявление о создании Казахской республики, не смогли защитить народ от надвигающейся катастрофы. В 20-30-х годах в связи с деятельностью Голошокина, направленного 1925 года на должность первого секретаря Казрайкома ВКП, общественно-политическая жизнь в республике резко изменилась. Новый руководитель считал себя теоретиком некапиталистического путем развития. Он поддерживал диктаторскую форму правления Сталина и идею регионального вождизма. После этого он считал, что до аула не дошло дыхание октября и что в Казахстане нет никаких сдвигов в партии. После этого идея проведения в казахской ауле Малого Октябрьского переворота встретила сильное сопротивление со стороны здравомыслящих и владеющих обстановкой в республике государственных и партийных деятелей.
Однако Голошокин нашел поддержку в Москве и выступил против в них. В 1928-1929 году под различными предлогами известные партийные и государственные деятели были удалены из казахстанских постов. Они были вынуждены освободить свои места. В 1928 году 44 человека объявлены в буржуазном национализме. Бывшие деятели Алаш Орды были арестованы. Среди них были Ахмет Байтурсунов, Маржахып Дулатов, Мағжан Жумабаев, Жусупбек Аймауытов и другие известные представители национальной интеллигенции. В начале 30-х годов 20 века в связи с обострением кризиса в социально-экономическом развитии СССР под видом борьбы против антисоветских элементов началась усиленная поиски врагов. В 1937-38 году их количество достигло 9223 человек. Третий вопрос – это национальные праздники и игры Казахстана. Как и в каждой стране, в каждом народе есть свои национальные игры. У казахов они проверяют человека на выносливость, силу и меткость. Но проводятся они большинство в состязательных целях. Есть игра «Алтыбакан». Это казахская национальная игра, где джигиты и девушки собираются вне аула в уже сооруженном Алтыбакане и поют там песни, танцуют, играют различные национальные игры, в том числе до полуночи. При этом родители не имеют права запрещать в особе девушек, не отпускать их туда. Кокпар – это в казахской национальная игра. Кокпар принимали участие джигиты аулов, соответствующие их падбищу. Данное состязание было проверкой на силу, ловкость и меткость, умение держаться в седле. В день соревнований весь аул собирался на поле, как зрители. На расстоянии 10-20 метров соревнующихся бросали тушу барана. Так и начиналась борьба за кокпар, которая могла длиться до самого вечера. Национальный праздник Казахстана, можно взять пример День независимости Республики Казахстана. Это главный национальный праздник Республики Казахстан. Отмечается в Казахстане ежегодно 16-17 декабря в честь независимости Казахстана. Я Бисимбаев Мухтар, студент 198 группы, экзамен по казахской истории, мой билет, номер 6 билет. Первый вопрос. Казахское ханство в 15 и 17 веке. Казахское ханство было основано в половине 15 века. Жанибек и Керей Султан из рода Жушитов ушли под власти Абулхаир хана и откочевали на территорию в Моғолстан. Там они взяли землю от правителя Моғолстана Есенбугу, и взамен казахский народ были вынуждены охранять и обезопасить западную территорию Моғолстана. От 15 до 17 века в течение 300 лет много людей правили казахское ханство. Первый хан был, который взял власть, это Керей Султан. После Керея Жанибека, Жанибек Султана, сели на трон их дети, внуки и правнуки. Среди них есть и Касым хан, Бурундук хан, Есим хан и Тәуке хан. Второе. Волнение и движение и восстание в 20-х и 80-х годах 20 века. В этих времен были очень много волнений и восстаний. Из них есть восстание в 1929 годах, события в 1950-х годах в Темиртауе, еще декабрьское восстание в 1986 году. Я хочу рассказать о
декабристские восстания. Причиной восстания было освобождение от должности Динмухаммеда Ахмедовича Кунаева, а вместо него был избран руководителем Казахстана Колбин. Это разозлило всех людей, в основном молодежи, и 17 декабря в 1986 году в городе Алмате рабочие и в основном учащиеся собрались на площади имени Брежнева в этом восстании были применены разные металлические арматуры, трубы, дубинки и военные техники. Общее число составило 24 тысячи человек. Среди из них 8700 человек были задержаны. 1700 человек получили травмы. 99 человек были осуждены, 312 участников были уволены с работы, 309 студентов отчислили от учебы, 168 человек были убиты скрыто. Третий вопрос. Послание президента Республики Казахстана Касым-Жомарта Токаева в сентябре 2019 году, 2 сентября. Наш президент сказал в этом послании своему народу, что в ближайших годах будет сокращение госслужащих. И еще было сказано, можно собираться на мирных митингах, если эти митинги не будут навредить простым народам. И наш президент объявил в этом послании, что мы будем отмечать в этом году, в 2020 году, мы будем отмечать 175-летие Абая и 1150-летие Аль-Фарабия. И еще было сказано в этих посланиях президента, что нужно наказать всех браконьеров и коррупционеров. И еще в этом послании были и другие темы, среди них есть о налогах, еще о ценах авиабилета и о программе 7-20-25. 198-я группа Тлеомаржан, 22-й билет. Вопросы особенностей кочевой цивилизации Казахстана. Ответ. На сегодняшний день, в период становления независимого Казахстана, у многих людей проявляется интерес к истории нашего государства. Ведущими методами изучения истории является формационный и цивилизационный. Формационный подход познания истории представлял линейное развитие истории человечества. Первобытно общный рабовладельский, феодальный, капиталистический и социалистический. Если история одной из государств не имела какой-то ступени, то пробел закрывает ли чем-то другим? Этот метод рассматривает историю цивилизационной с точки зрения уникальности и самобытности. Вот почему тема цивилизационной особенности социально-культурного развития традиционного казахского общества. В связи с актуальностью данной проблемы автор выдвигает гипотезу использования цивилизационного подхода
изучение кочевой цивилизации с точки зрения уникальности и самобытности. Для того, чтобы хорошо ориентироваться в теме исследования, обратиться к термину «цивилизация». Цивилизация – культурное общество людей, обладающих некоторым социальным генотипом, социальным стереотипом. При этом достаточно автономное, замкнутое географическое пространство и в силу этого получившееся прочное место в мировой истории. Кочевая цивилизация имела свои признаки и особенности. Второй вопрос. Социально-политическое развитие республики в послевоенные годы. Ответ. По данным Третьего управления Народного комиссариата госбезопасности СССР на октябрь в 1946 году на спецпоселении находилось в казне около 900 тысяч человек. Другим преступлением сталиншины было сооружение на территории казна целой системы исправительных учреждений, лагерей Степлак, Карлак, Алжир. За время войны было разрушено 1710 населений, населенных пунктов городского типа и 70 тысяч деревень. За время войны погибло 27 миллионов человек. Советское правительство провело масштабную делоблизацию из армии. Первое увольнение состоялось в сентябре 1945 года. Экономика СССР перешла на мирные рельсы, чтобы пополнить ряды рабочего класса и ликвидировать нехватку рабочей силы. Были созданы школы, училища, трудового резерва. За 1945 году на Украину отправлено 500 тракторов и других сельских машин. В марте 1946 году на первой сессии Верховного Совета СССР был принят закон о пятилетнем плане восстановления и развития хозяйства СССР. Третий вопрос. Молодые герои декабрьских событий Кайрат Рыскулбеков и другие. Кайрат Рыскулбеков родился в 13 марта 1966 года в Моинкумском районе Жамбылской области. Участник декабрьских событий в 1986 года в Алмате, за участие в которых был осужден в высшей мере наказание смертной казни, которая была затем заменена 20 годами лишения свободы. Погиб в Семипалатинской тюрьме по дороге к месту лишения свободы при невыясненных до конца обстоятельствах. Рудники в декабре 1905 года. Спасском медоплавильном заводе в Карагандинской Кобе и на Успенском руднике в июне 1907 года. На предприятиях Семипалатинска, Уральска, Тюбинска, Верного, Кустана и других городов Первая Российская революция в 1905 и 1907 года. Особое значение имел Сибирский социал-демократический союз, возникший 1904 года. Первым марксистским кружком самообразования в Казахстане был кружок в Атбасаре, организованный сынным рабочим с Урала Ушаковым в 1800
1896 года. В начале 20 века марксистские кружки возникли в Акмолинске, Петропавловске, Уральске, Кустанае, Семипалатинске, Верном и других городах края. Второй вопрос. Великая Отечественная война. Казахстан. Единая часть боевого лагеря. Великая Отечественная война 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 год. Война СССР против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и ее европейских союзников Венгрии, Италии, Румынии, Словакии. Безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии в западных странах именуется Восточным фронтом, в Германии также немецкой советской войной. Победы в Сталинградской и Курской битве за Днепр. Третий период. Январь 1944 года, 9 мая 1945 год. Изгнание врагов за пределы территории СССР. Освобождение от оккупации стран Европы. Распад фашистского блока. Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция Германии. Советско-японская война рассматривается как логическое продолжение Великой Отечественной войны. Казахстан являлся частью СССР в статусе союзной республики, поэтому вступил в войну с момента вторжения армии нацистской Германии на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года. В ряды Красной Армии было призвано 1 200 000 человек в дополнение к 178 000 служивших в армии СССР. Воины Казахстана принимали участие во всех сражениях. В начале войны в числе защитников 27-я гвардейская Новобукская, 150-я Идрицкая Берлинская, 314-я Кингисеппская Стрелковая и другие. Казахстанцы активно участвовали и в партизанской войне. На территории Ленинградской области сражались около 220 казахстанцев. Третий вопрос. Ассамблея народов Казахстан и ее деятельность. Ассамблея народа Казахстана консультативно-совещательный орган при президенте Республики Казахстан. Задача данного органа заявлена способствование разработке и реализации государственной национальной политики Ассамблеи народов Казахстана. Создана по инициативе первого президента Казахстана Назарбаева 1 марта 1995 года. Переименована в 2007 году. С 2016 года в этот день отмечается как праздник День Благодарности. Согласно закону Республики Казахстан об Ассамблее народа Казахстан, первому президенту Республики Казахстана, лидеру нации, принадлежит право пожизненно возглавить Ассамблею народа Казахстана.